Почему, когда человек хвалит, все портится? Когда человек хвалит другого человека, это называется сглаз. Как это устроено? Обычно, когда человек хвалит другого человека, он одевает на него ментальную сеть. Как это происходит? Женщина подошла и говорит: «Ой, какая красивая у тебя дочка». После этого пришла домой и говорит, это условно одела сеть на дочку. Потом домой пришла и начинает говорить: надо же, почему у нее такая красивая дочка, у меня дети не получаются, а моя вот такая придурастая. И после этого она как бы обратно эту сеть тянет себе в грудь, не понимая этого. Эта сеть проходит сквозь ребенка, разрывает его энергетическую структуру, нарушая его энергетический баланс, приводя к тому, что у этого ребенка появляются проблемы со здоровьем, психические проблемы, нервное состояние и так далее. Как избавиться от этого? То же самое происходит, когда человек, допустим, там еду приготовил, там, кстати, человек еду приготовил, и женщина пишет: надо же, если кто-то похвалит, еда скисает. Потому что человек не может эту еду поесть, вы его не угостили. Или угостили, он ее съел чуть-чуть, а пришел домой и говорит: ну почему моя жена так вкусно не готовит? Почему вот эта женщина так вкусно готовит? Почему вот так? И еда точно так же одевается на еду, ментальная сеть проходит после этого через эту еду, дробит ее энергетически, она становится уже не частью единого целого и становится пропавшей, как бы энергетически становится засоренной. Как можно этого всего избежать? Существует самый простой способ. Вот это то, что одевается, это называется ментал. Ментал убирается астралом. Что такое астрал? Астрал — это то, от чего человек нагревается. Итак, самый простой метод — сделать так, чтобы человек, который восхищается, не делал вам зла. В момент того, когда он восхищается, начинайте смеяться. То есть выглядит это так: ой, какой у тебя хороший ребенок. Вы говорите: да, ха-ха-ха, такой хороший. Или: ой, какая еда. Вы говорите: да, ха-ха-ха, такая еда хорошая. Я вообще так хорошо умею готовить, мне так нравится. Ну вот так пусть все думают, что вы чуть-чуть чеканутый. Или чеканутая. Ничего страшного. Зато у вас еда не будет портиться. Вообще самый простой способ очистить от зависти свою квартиру. Встать, взяться за руки или сидя, начать смеяться. Или плакать. Потому что и во время того, когда человек плачет, и во время того, когда он смеется, у него выделяется астрал. Астрал — это огонь. Астрал растапливает и разрушает любой ментал, так как ментал — это лед или сеть льда.